Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на прямой рейс из Ноябрьска в Краснодар. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика. Рейс будет летать по средам, начиная с 22 мая. Стоимость билета от 10 тысяч рублей в одну сторону для взрослых и чуть более 5 тысяч на ребенка. Новый авиамаршрут субсидируется из окружного бюджета. На летний сезон также открываются рейсы в Краснодар из Надыма и Нового Уренгоя и в Симферополь из Нового Уренгоя в Салехард. Продажи билетов на эти направления также уже открыты.